есть контролерша, вместе с милиционером все равно за мной не побегут. Словно римский гладиатор одолел я эскалатор и нырнул в знакомый переход. Вот уже я краем глаза вижу поезд, слышу голос по трансляции передает. Осторожно, двери закрываются, и последний поезд на своем стекле уносит отражение моего лица. Осторожно, двери закрываются, и моя надежда растворяется в тоннеле без начала и конца. Вновь проклятый эскалатор тащит вверх меня куда-то из метро, вышвыривает прочь. Что ж, придется прогуляться и узнать, какая ж нынче в Петербурге ласковая ночь. Я шагаю по граниту, по большим усталым плитам и по отражениям фонарей. Все прекрасно, потому что на своем пути не встречу я автоматических дверей. Осторожно, двери закрываются, тихо шутят надо мною молчаливые такие стены зимнего дворца. Осторожно, двери закрываются, за меня переживает только небо Петербурга без начала и конца. Мост дворцовый, пробуждаясь от оков, освобождаясь, начинает медленно зевать. Момент удобный, незамеченными статься баржи начинают проплывать. Машет им рукой победно спиди, стал всадник медный, как-никак сбылась его мечта. Ну а я шагаю дальше, впереди сзади дремлет, господи, какая красота. Осторожно, двери закрываются, если б я домой уехал, то на 100% верно был бы кем-то вроде подлеца. Осторожно, двери закрываются, я не знал бы, как прекрасен Петербург необозримый без начала и конца. Снова я у турникета очутился без билетов, 5:25. Я веду железный вскрикнул, обращаясь к контролёрам, думая, что те его поймут. Но куда им утром ранним, все они стоят на грани между сном простым и вещим сном. Я же, сидя в электричке, жду с великим нетерпением предуведомления об одном. Осторожно, двери закрываются, первый поезд вдали носит, ну же со мной вместе отражение моего лица. Осторожно, двери закрываются, и моя улыбка растворяется в тоннеле без начала и конца. Без начала и конца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Невский проспект. Большое замечательное кафе, Алексей Кудрявцев.